Ну и всем привет, пацаны, с вами, как всегда, Ковали. В сегодняшнем видеоролике мы пойдем на каптики на сборочке Малинки. Эту сборку он слил на 6000 подписчиков. Кстати, хотел бы поздравить Малину с достижением такой цифры. Так что, пацаны, у нас, кстати, тоже не за горами большая цифра, 35 миллионов подписчиков. Стараемся, подписываемся, включаем колокольчики. Так, что-то я сбился с темы. Так вот, данная сборочка FPS-ап. Она реально работает. Я еще не видел таких FPS-апов от ютуберов, которые бы реально работали. У меня на ней поднялся FPS, перестало фризить. Допустим, на другой сборке, которую я играл до этого, горилла сборке, иногда проседал FPS. Но на данной сборке такого нету. И она идеально подойдет тем, у кого не мощное устройство, и у них лагают капты. На варе эта сборка будет просто незаменима, потому что там дикое мясо, в котором будет нереально играть на обычной сборке. И, пацаны, хотел бы я как раз таки вам показать эту сборку от Малины в действии. Сегодня я пошел на каптики. Каптики были, опять же, мясные. И на них я показал неплохую стрельбу. Эта сборка, кстати, удобная и мне понравилась. Ну и давайте не буду надолго затягивать начало и только скажу одно. Играю на сервере Flynn Roleplay, на первом сервере ник регистрации Itachi Tropikilos, на втором Jack Kavali. И на двух серверах действует мой ютуберский промокод хэштег Kavali. Ну а теперь, пацаны, приятного вам просмотра. Мои ребят горят, когда заберет. Я гоню пыль,